За время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр курорт в прямом смысле слова задышал. Ограничение въезда на курорт позволило уменьшить количество автомобилей на курорте и, соответственно, решить основную проблему – в городе не стало пробок. Улучшить дорожную обстановку помог и запрет на левый поворот. Так от постоянных заторов избавился курортный проспект и улица Донская. Кроме того, свою лепту внесли и олимпийские полосы, и ночной развоз товаров. Сейчас город готовится к курортному сезону, ожидается большой наплыв отдыхающих. Перед сотрудниками госавтоинспекции мэр Сочи поставил задачу жестче контролировать дисциплину водителей на улично-дорожной сети. В частности, владельцы автомобилей должны парковаться только в специальных местах, а на двух центральных улицах и вовсе будут введены полосы только для общественного транспорта. Понятное дело, что это улица Горького, исключена любая там парковка, да, на проезжей части здесь будут нанесены и восстановлены сейчас полосы общественного транспорта. Аналогичная ситуация будет и по курортному проспекту. Это делается как раз в первую очередь для того, чтобы создать преимущество перед общественным транспортом, так как он везет большее количество соответствующих и жителей, и гостей, и, соответственно, он должен быть более привлекательным. Кстати, все автобусы, которые были закуплены и работали на линиях во время игр, также останутся на своих маршрутах. Остаются и правила по доставке товаров исключительно в ночное время. А что касается личного транспорта, то водители должны активнее пользоваться альтернативными дорогами. Действительно, сделано очень много. Материально-техническая часть достаточно хорошая. То есть построено 362 километра дорог. Вот дорога дублер курортного проспекта, дорога обход города Сочи. И сегодня очень важно, чтобы вот это все, что построено, чтобы оно заработало. На сегодняшний день это всего лишь от 10 до 45% используется дорога дублер. В принципе, сегодня и практически не совсем используется дорога обход города Сочи. И, конечно, там улица транспортная или малый обход, как мы ее называем. И очень важно, чтобы мы сегодня смотивировали так, чтобы улицу Виноградную, Курортный проспект, Орджоникидзе, то есть гостевые части города, их бы освободить от транспорта. Для этого городские власти намерены вернуть на дороге передвижные светофоры и информационные табло. Их установят на посту Магрии в районе Мамайки, чтобы водители выбирали транзитный путь в Адлерский район. Такое же оборудование появится в Олимпийском парке и на границе с Абхазией. Выезд же на спецполосы будет контролироваться специальным комплексом видеофиксации. И несоблюдение правил дорожного движения будет караться штрафами. Татьяна Нагорская, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.